Привет, ребят, меня зовут Антон, и мы продолжаем проходить тотальную конверсию игру Stalker Чистое Небо под названием Мистери. И так, нам сейчас нужно, собственно говоря, этот мост установить куда положено, для того, чтобы мы могли перейти в Лиманск. Так, ну что, сколько они там еще будут друг друга-то валить? А, ну вот, все нормально. То есть уже лучше. Вот так поприятнее теперь. Готов. Так, еще остались вы. Прекрасно. Опять. Готов. Ну, сейчас патрон для винтаря закончится быстрее. Ну, сколько можно? Уже не смешно даже. Слушайте. А ты чё? В наглую совсем стрелять тут, понимаете, в нашу сторону. Совсем охренели. Снайпер на холме! Так, вон он. Красно. Опасное задание, скажу я вам. Очень опасное. Но ничего, мы с ним справимся. Правда же ведь справимся, да? Справимся. Подождемся. Снимите снайпера! Да вы задолбались с ним, а? Так, ну чё, почти. Почти. Ура. Ура. Мост опущен. В атаку. Какую атаку? Я же и так там сколько перестрелял-то этих тварей. Поганых. Так. Так, у них, как правило, ничего нет нормального, да? Ну нет, аптечки есть. Какие-никакие аптечки, а есть. Здесь чужой! Да здесь много чужих, скажу я вам. Здесь очень много чужих. Так, ну, конечно, большинство из этих ребяток просто-напросто исчезли. Но свежачки еще остались. Так. Нет, стоп. Вот так вот сделаем. Так вот оставим. В принципе, нормальный такой вариант, да? Вроде как. Или так. Знаете что? Ну ладно, оставим патрон для подствольника. Просто мало ли я думал. Вдруг. Ну ничего здесь нету, да, такого? Сверхъестественно важного. Спасибо, Леший. Выручил нас. Скажи спасибо наемнику. Если б не он, век бы в этом чертовом пузыре торчали. Как бы там ни было, мы тебе должны. Ничего, сочтемся как-нибудь. Удачи! Заметано. Ребята, бойцы, мы отлично провели операцию. Мост опущен. Дорога на Лиманск свободна. Передовой отряд, начинайте выдвижение в город и нащупайте безопасную дорогу через него. Остальным пока закрепиться у моста и ждать подхода. Ну, собственно говоря, вот мы с вами фактически и оказались в Лиманске. Жуткое местечко. Вперед, всем внимание! Вижу врага, впереди слева! Вперед, ребята, проверим, что там! Что там проверять-то? Хотите, проверяйте. Нам тут нечего проверять. Тут место жуткое. Воу. Так, знаете что? ПНВ. Наемник, давай сюда, новости расскажу. Да не высовывайся особо, завалят. Да не высовывайся, не высовывайся. Ну и в заваруху мы вляпались. Значит, смотри, паны! Оу-оу-оу. Попробуем пойти дальше. На. Стволы засылайте, пацаны! На. За пулеметом. Начнем с полным управлением. Так, ну тут получается бесполезно что-либо делать, да? Вперед!
Во, на. Вот так вот где... Ах ты, падла. Сложно все это, конечно, ничего не скажешь. Ну и в заваруху мы вляпались. Значит, смотри. Офигеть. Так, ну что, попробуем. Ну и в заваруху мы вляпались. Значит, смотри. О, хорош. Еще раз. Пулеметчику. Как так-то? Нет, слушайте, мне это достало уже порядком. Мы в заваруху мы вляпались. Значит, смотри. Слухи, пацаны! О, прекрасно. Все, пойдем тогда здесь. Ой-ой-ой. Так, слишком истощены. Че тебя истощило-то так? Аптечка, спасибо. Патроны полезные. Что здесь? Давай, патроны. Бинт, консервы. Все самое необходимое. Ох, опасное место. Ничего. Ёлы-палы. Тоже ничего. Ладно, ладно. Патрон у нас, в принципе, достаточно, так что не будем особенно спорить. Так, отлично. Патрон для инвентаря. Это то, что нам нужно в данной ситуации. Абсолютно. Так, ты что так слился-то, слушай? Ничего, ничего у тебя нету. Вот безобразие. Так, много-много-много-много гранат. Это что такое? Это у нас бульдог. Бульдог. Гранатомет. Штука хорошая. Да, знаете, что мы уберем? Мы тогда. Прицел отсоединим, разрядим и уберем. Потом. Потом далее. Что это такое? Это нам не нужно. Потом. Что, вот это нам тоже не нужно нафиг. Прекрасно. Ой, у нас много чего, много-много лишнего. Вот все. Теперь нормально. Теперь у нас вес непревышенный. Замечательно. Ну, понимаете, нам просто, я думаю, этот бульдог, он нам пригодится еще очень. Пригодится хотя бы тем... Стоп, что это там? А, ну там простой ящик. Ничего особенного. Все, сваливаем отсюда. Из этого жуткого-жуткого места. О! Так, патрон для винтаря, штука хорошая. Давайте мы снова его возьмем. Так, прекрасно. Вот, готов. Мощное оружие, ничего не скажешь, очень. Спасибо, что в комментариях сообщили о том, какое шикарное оно. Получай.
Так, знаешь что? На тебя. Ой, сколько там товарищей-то лежит, а? Впереди немножечко, это жесть. Подожди, рвануть-то всегда можно успеть. Тут можно же ведь, как я понял, чем-то найти полезное, правильно? Так давай торопиться, не будем шибко. Ух. Ну, ничего полезного. Понятно, то есть ничего особенного, да, здесь нету. Хорошо. Вот офигеть просто тут называется. Ищи, не хочу просто. Знаете, мы так и сделаем. Мы так и сделаем. Давайте мы от автомата много-много патронов берем. Потому что у нас их так дофига. Так. Ничего. Гранату мы уже брать не будем. Все остальное. Только аптечки. Только аптечки берем. Исключительно. Тут офигеть. Тут какая-то реально бойня была. Что здесь? О, не. Состояние не такое шикарное, как хотелось бы. Ну, прекрасно, давай. Хорошо приложил гада. Все, готовы, да? Получается или нет? Еще кто-то. А вон. Уходи быстрее. Да откуда? Я не понимаю, что здесь происходит-то, а? Безобразие конкретно. Сколько же их? Лезут со всех сторон. Наемник, давай быстрее каналу. Мы их задержим. Ауч. Все, все, все. Идем, 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 идем. Во, прошли. Стоп, сюда нельзя пройти, что ли? Не понял. Что за хрень? Сюда надо? Ну да, походу сюда. Точно. Ну, энергетиков у нас уже нету особо. Окей. Нету так нету. Что у нас там? Ну да, через канал ты сюда получается. По-любому. Да, конечно, этот Лиманск ничуть не лучше Припяти. Найти командира отряда. Он у нас здесь, наверное, где-то, да, находится? Командир отряда, а? Командир отряда. Что скажешь, полезно? Наемник, ты вовремя. Мы застряли. И ни туда, ни сюда. Они сидят в здании на том берегу, и нас видят, как на ладони. Носа не высунешь. Лебедев сказал, мост надо взять. Стало быть, хоть как, но мы должны выбить их из здания. Эти сволочи засели в доме напротив. Мы у них как на ладони, так что рыпаться бесполезно. Только ребят зря положу. Мы отвлечем внимание на себя. А ты дуй во все лопатки к дому. Проберешься между укрытиями, а дальше чего объяснять? Вынеси пулеметчика, этот урод нам уже здорово нервы поднимал. Пулеметчика? Противник! Так. Все. Пробираемся. Скушай гранату, раб. На! На, типа, подонок. Для профилактики. От гранаты не увернешься. Еще одну не туда. Да вы издеваетесь. На. Вот так вот тебе.
Да офигеть вообще, что за жесть-то происходит? Я прижал его! Вперед! Знаете что? Вот здесь не так... О-о-о-о-о-о-о, откуда? Очень жестоко, скажу вам. Но объяснимо, тем не менее. Так, ну чё, где вы все? Антир один, да. Мы с тобой будем брать, обязательно. А, нам что, здесь дальше надо идти? Пошли дальше, коль на то пошло. Опа-па-па-па-па-па. Хотел Грену кинуть. Не дали. Не дали мы ему Грену кинуть. Держи! Офигеть, блин, военные. Что здесь военные делают в таком количестве? Совсем уже оборзели. Так, что это мы тут с вами взяли лишнего? Не надо. Опа-па-па-па, у нас с вами здоровья-то нет совсем почти. И как нам попасть дальше? Мне человек кто-нибудь скажет? Или же... Давай, проходи, проходи, братюнь. Не задерживайся. Нам, похоже, сюда, да? Или как? Или нет? Может и не сюда. Фиг его знает. Непонятно совершенно. А, вот оно как, да? Зашибись. Че я могу сказать? Не, похоже не сюда. Тут что-то фонит потихоньку. Фонит, значит, не сюда. Значит, сюда. Как-то вот так. Здесь? Нет, не похоже. И здесь тоже не особо похоже. Ну ничего, сейчас найдем. Найдем подходящее место. Опа-на. А, то есть надо пройти между ними аккуратно, да? Не попасть в них. В эти пузыри-пузырики. О, супер. Так, все прекрасно, прошли сквозь пространственную аномалию. Так, и здоровье-то у нас что добавляется, не понял. По какой причине? Радиация, что ли, там какая-то была остаточная? Похоже на то. Так, найти путь через строительную площадку. Ну, как же без этого-то, да? Что мне в винтаре не нравится, что у него маленькая обойма очень. То есть всего по 15 патрон вмещается. Это не очень круто, скажу честно. На. Ух ты, блин. Военных там, кстати говоря, очень много. На. Ау, чуть-чуть.
Так, значит, надо сначала всех товарищей снять, да, которые... Как? Опа-па-па. На тебе, гнида такая, паскудная. Ну вот откуда? Откуда ж мольба идет-то конкретно? О-о-о-о, осторожно, не надо так. Товарищ, у нас же аптечки, блин, тоже не бесконечные. Как нам через площадку проходить? Ау, чук-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 чук. Задолбали своими гостинчиками. Пидорюги. Идите вы в зад. Так. Прекрасно. Да не то. Гранату давай. Гранату давай, блин. Радиацию отставить. До свидания. Вот так. Прекрасно. Понятно. Слушайте, реально сложно. Замечательно. Вот то, что надо. Чуть так светло-то стало. Кардос. Светло как-то стало, слушайте. У нас фонарик, конечно, палевный очень. Прекрасно, готов. Да убери ты свой калаш. Да хватит уж... Слушай, вы уже достали своими гранатами, а? Пыри. Хорош уже, блин, не смешно. Так. Тебя мы уже, конечно, обыскивали. Тебя. Ничего полезного. Ты тоже не особенно нам важен. Видос. Офигеть, сколько. А, это монолит. Это монолит. Прекрасно. Сколько здесь монолита вообще в этом здании? Ау, понятно. Там еще, значит, на этажах много кого, да? Ёлок пало. Так, минус. Не надо, не надо. Так, прекрасно. Кто еще? Ёлок пало, да чё ж ты падаешь-то, а? Хорош. Притюкнули. Давай, иди сюда. Антирадин, да, однозначно нам нужен. Бинты тоже пускай будут. А мы теперь цивильника пойдем на лестницу. Вот
Отлично. Прекрасно. О, для винтореза. Да, пускай будут. Я думаю, может быть, мало ли здесь найдем экзоскелет монолитовский. Вряд ли. Это вряд ли, да. Так, нам пробраться нужно как-то на другую сторону. Здесь мы пройдем. Нет, здесь мы не пройдем. Тут ничего особенного. Окей. Так, стоп. Тебя мы, чувак. Тебя мы не обыскивали. Тебя тоже. Или обыскивали, фиг его знает. Но это не суть как важно, на самом деле. Так, ну что, давайте тогда сюда. О, аптечка. И патрон для винтаря. Это шикарно. Это всегда великолепно. Так, что у нас? Разведать дорогу через Лиманск. Найти путь через строительную площадку. А как ты его тут найдешь? Вон там ворота есть. Что-то пока что не шибко понятно. Что здесь надо сделать? Какая-то ерунда. Скажу я вам, друзья. Ну все, я в принципе теоретически понял, куда надо идти. Вот так, вот так. И потихоньку можно уже тут сюда попасть. Привет, наемник! Рада тебя видеть! Так, до выхода из города всего ничего. Не расслабляться. Идем осторожно. Бережу, давай. Бог бережет. Давай, потопали. Рванули. Так, там опять нормонолит будет, да? Не? Фику просто знает. Что это? Рванули. Конечно, темно, как в жопе. Представляю, что мы тут делали без ПНВ. Все, готово. Да вы достали. Черт, эти скоты сварганили забор под током. Стоп, весь город уже лет 20 без электричества. Значит, где-то рядом работает генератор. А вон и провода. Значит, он вон там, справа. Наемник, мы отвлечем снайпера. А ты проберись туда и выруби генератор. Так, это не сюда ли нам надо? По-моему, сюда. Ага. То есть тут так аккуратно вот этими улочками нужно пробраться к этому гребаному генератору. Правильно я все понял? Нет. И не сюда. А куда тогда? И не сюда. Слушайте, что за фигня? А-а-а, все понятно. Так, теперь вот в это здание, да? Нет? Тоже нет. Это однозначно вот как-то вот по этим трубам нужно забраться. А как по ним забраться, я не особенно понимаю. Так. Так, откуда столько радиации, слушай? Непонятно. Совсем непонятно. Давай, давай, давай уже. Отдышался? Отдышался, хорошо.
Что делать-то, блин? Судя по всему, ничего полезного здесь. Не, ну тогда я, честно говоря, не понимаю, что от нас хотят разработчики в данном моменте. Не, ну понятно, что как-то нужно туда забраться. Ну как? Каким образом? Не понимаю. Чего не понимаю, того не понимаю, слушайте. Ерунда какая-то. Хорошо, давайте попробуем еще раз. Он нам говорит, что нужно забраться в это здание. Правильно? Правильно. И как-то отключить генератор. Как это сделать? Может мне кто объяснит? Потому что я что-то не особенно понимаю. Что от нас в данном моменте требуется? Наверное, где-то тут он должен быть. Пока что на самом деле ничего не нашли такого. Вон лестница какая-то есть. Вон она. Ага, вот оно. Вот оно как, вот оно что. Ну давай. Сейчас мы все сделаем тогда. Ой, как мы все сделаем. Замечательно вообще. Сейчас там тут устрою. Опа-па-па-па, осторожно. Кушай гранату! Не надо гранату. О, да. Аптечки — это то, что нам сейчас нужно. Патрон до винтореза. Вот так! Будешь знать! Бей, ублюдка! Откуда там? До свидания. А нам, наверное, сюда нужно. Ну окей. Вот он. Патрон, конечно, для винтореза мы набрали порядочное количество. Конечно, бронежилет у нас уже такой конкретно изношенный. Давай, радиация нам не нужна. Вот так как-то поприятнее. Куда мы придем сейчас в итоге? Со всем этим безобразием. Нас зажали на входе. Каком входе? О чем речь? Так, что-то происходит тут, да? Какое-то мясо. Хоть кто-то откликнулся. Слушай, на той стороне зала засели снайпер и пулеметчик. Не дают высунуться. Я попытаюсь снять его. Понятно. Что ж, друзья, давайте тогда мы на этом серию завершим. Надеюсь, она вам понравилась так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.